вами я, Катрин, и мы на канале Катрина Куска, и сегодня я снимаю видео с упаковками. Нет, показываю свои подарочки. Чек! Покажись, Динор, Даня, неважно. Чек-ин, ребята, всем здоров, я Динор Мизи. Ссылочка в описании. В общем... Да не снимай это так, переверни. Ладно. В общем, смотрите, вот первый подарок, который я сразу заметила под елкой, они даже не решили его спрятать под мишуру, это была за маска. Вот это она Симба. Неважно. Вот такой вот чехол. Вот да, такой. Вот красивый, скажите. Вот да. За это, ребята, лайк. Вот за это лайк. Вот скажите, вот он. Смотрите, я знаю, что мне там купить. Короче, ребят, я вместо сейчас Катриночки буду, короче. Я тоже блогер, и ссылка на мой канал будет в описании. Подписывайтесь. Летсплей по Brawl Stars выходит не очень-то и редко. Мне подарили. Вот, при вас сейчас покажу. Я не буду показывать. Что мне еще подарили? Вот это крутецкая вещь. Неприлично. Оп. И мне подарили еще дорожку гольфа. Это Даня, ему 9 лет, и мы с ним знакомы с самого рождения. Это да, а вот Катрин. Это вот он подарил нам. Нет, ну, естественно. Вот такой косметический. Вот, да? Вот такая косметичка. В ней... Моя теперь будет личная. Вот такая губка лаймового цвета. И... Он, знаете, как вкусно пахнет, просто так вкусно, он так. Вот такой гель для душа клубничный, он так вкусно пахнет. Масочка моей мечты, смотри. Чё? Тупалая кидала. Вот, короче, вот такие вот две бомбочки для Вайны. Вот розовая с вот этой и вот такая. Это патчи. Я просто не заметила сначала. Вот это вот патчи. Фейс-патчи. Да будет твоя ссылочка. И вот это тоже патчи. Все у нее патчи. Весь подарок это патч. Это тканевая масочка такая вот. И вот эти две тканевые масочки. Тканевые масочки. Патчи, блин, масочки. Это мой новый спортивный костюм. Синий с золотой надписью. Я мечтала о этих штанах школьных. Сейчас покажу. Такие штаны, короче, они стали. Вот такие. Вот такие кроссовки Фила белого цвета. Очень нравится. Я чуть-чуть сумасшедшая под Новый год. И вот такая вот футболочка. Сережа Мэйби Бэйби. Вот такая вот футболка с рыжей девочкой. Короче, мне подарили шапочку. Не только шапочку. Мне подарили шапочку. Такую шапочку. Шапочку и наконец-то нормальные перчатки. Баллоневые штаны моей мечты. Мне теперь в школу не будет свою сцену ходить. Короче, у меня были штаны. Мне было так стыдно в них ходить. Вот только Полина их увидела, и да, она так ржала над ними. И вот так вот выглядит это все вместе. Серая шапка, серые вот перчатки новый... и белые баллоны, штаны с белыми. Очень круто. Вот у нас портфельчик у меня. Вот такой вот красный портфельчик со шипами. У него впереди кармашек и основной карман. В основном кармане есть несколько кармашков. Такие портфельчик. Вот. Всем пока, с вами была я, Катрин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я надеюсь, вам подарили намного больше подарков, чем у меня, ваш Дед Мороз. Надеюсь, у вас хорошего вам Нового года.
принципе, хорошо вам отметить, хорошо проучиться. 2020 год, все-таки новое десятилетие, не двигай меня. И хорошо, и еще что хорошо, что еще хорошо? Не болеть и быть очень хорошим человеком. Ну, я вам, ребята... Простите, что я не смотрю в камеру, просто у меня другое лицо, я смотрю на мое лицо, а камеру вообще в другой стране. Я буду делать. И с вами Дина Изи был. С Новым годом! Мы прыгаем, я шуру.